В Сургуте минувшим вечером на перекрестке набережного проспекта и улицы Нефтяников столкнулись две немецкие иномарки. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Volkswagen на разрешающий сигнал светофора поворачивал налево и не уступил дорогу Мерседесу, движущемуся по встречному направлению. Удар пришелся в правую боковую часть Volkswagen. Пострадали два пассажира из этой машины. Они жители Санкт-Петербурга. Оба водителя травм не получили. Ведется следствие.